А сейчас еще об одном происшествии. Сегодня утром в Ерыгинском проезде, недалеко от острова отдыха, с башенного крана у строящейся высотки сорвался тяжелый груз. Очевидцы утверждают, что звук падения был слышен за несколько сотен метров. В свою очередь, руководители работ ответили нашему корреспонденту, что ничего экстраординарного не произошло. По их словам, с крюка сорвался поддон неправильно уложенных кирпичей. Пострадавших нет. Впрочем, рядовые строители рассказали, что падение произошло от удара о стену дома, который в тумане не заметил крановщик.